сестры, жители земли Волгоградской, возлюбленная моя паства, Христос воскресе! Всех вас от всей души, от полноты сердца поздравляю с этим мироспасительным праздником, праздником праздников и торжеством из торжеств, который исполняет ныне всю Вселенную, наполняет наши сердца неповторимой радостью, радостью о воскресении Христовом. Этот праздник делает нас из рабов свободными, и из наследников и узников греха и вечных мучений наследниками жизни вечной и небесного царства. Мы вкушаем сугубой благодати от рук самого Христа Спасителя. И, конечно, Он ждет от нас не только изменения нашей личной жизни, но и той любви и добра, которым мы должны сделать нашу жизнь, жизнь окружающего общества, хотя бы немножечко лучше. От слов воскресного гимна свидетельствует митрополит Московский Филарет. Изменяется воздух вокруг, преображается говоривший, воспринимают с благодарностью и благодатью слушавшие. Так и мы должны прославлять воскресшего нас ради Христа Жизнодавца, но не только устами и своим сердцем, как и своими личными делами и поступками. Творить добро, дела любви и веры. Вот к чему мы с вами призваны – жить так и поступать так, как бы на нашем месте поступил воскресший Христос Спаситель, чтобы Ему не было стыдно ни за наши дела, ни за наши поступки. Подобно апостолам, ими относится, мы с вами исходим из своих домов, оставляя свои жилища, чтобы все вместе пройти крестным ходом и проповедовать миру воскресшего Спасителя. Начинается служба ночью под покровом священного полумрака. Даже в храме выключен свет, закрыты двери. И вот мы едва-едва еще слышим начало пасхального гимна в алтаре. «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах, и нас на земли с подобием чистым сердцем Тебе славите». Затем вторично этот гимн оглашается чуть более слышно, чуть громче. Зажигается малый свет. Мы уже предвкушаем торжество пасхального утра. И в третий раз возгораются все светильники, отверзаются царские врата. И полной грудью мы повторяем эти священные слова и исходим на улицу пасхальным крестным ходом. Мы возвращаемся в храм и видим, что двери его закрыты. Это символ того, что Царство Божие затворено за грехи человечества. Но с пением пасхальных слов эти двери отверзаются, и мы входим внутрь святилища, внутрь храма, в глубину церкви, как в глубину небесного царства, как в глубину общения с нашим Спасителем и Богом. Христос воскресе! Пусть эта радость пасхального утра, радость о воскресении Христа, исполняет как можно дольше наши сердца, наши дома, наше общество и укрепляется в любви друг к другу нашими конкретными действиями, нашими делами, словами и поступками. Будем любить друг друга, потому что Бог есть любовь, и мы с вами призваны для любви. Любовь созидает. Будем же созидать свой внутренний мир и мир вокруг нас. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Thank you.